Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития традиционно отмечается 5 декабря. Среди нас живут и пожилые люди, и люди с ограниченными физическими возможностями. Окружают нас и те жители, которым просто нужно наше участие и помощь. Такую поддержку организовывает большое движение, которое работает по всей нашей стране, в том числе в Магаданской области и в Магадане – движение волонтеров. Это люди, которые готовы безвозмездно прийти на помощь. Такое участие помогает согревать человеку сердце и просто остаться в живых. В честь Дня волонтеров заместитель мэра Магадана Юрий Казетов выразил всем участникам добровольческих движений благодарность за их безвозмездный труд. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех, кто работает в сфере волонтерства, пожелать вам дальнейших успехов и, главное, терпения и милосердия. С праздником вас! В помощи добровольческого движения нуждаются и пожилые люди, и молодежь, и дети. Поэтому волонтеры Магадана активно участвуют в организации и проведении городских массовых мероприятий. Именно в этот день я хочу сказать вам спасибо от лица нашего управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана. Вы – наша надежда и опора. Благодаря вам наши городские массовые мероприятия проходят на высоком уровне. Спасибо вам огромное за вашу деятельность, за ваше открытое сердце. Благодаря волонтерам город оживает. Они дают уверенность многим организациям в то, что то или иное мероприятие пройдет на высоком уровне, а также будут реализованы важнейшие социальные проекты. Для этого трудится небольшая, но сильная команда. В День добровольца России хочу выразить огромную благодарность всем волонтерам и добровольческим организациям, входящим в городской волонтерский корпус. Благодаря вашей поддержке и участию мы смогли реализовать важнейшие социальные проекты, поддержать тех, кто в этом нуждается как никогда. Спасибо вам огромное от лица всей молодежи города Магадана. Волонтеры активно содействуют и Магаданскому кинотеатру «Горняк». По этому случаю директор учреждения отдельно выражает благодарность добровольцам за их большой вклад в общественную работу в Магадане и области. И я хочу поздравить вас с Международным днем добровольца. Тех, кто не ждет, что завтра, либо в далеком будущем кто-то сделает этот мир лучше. Тех, кто делает добрые и правильные поступки уже сегодня, не жалея своих сил и времени, помогает другим людям, подавая правильный пример своим сверстникам. Вадим Мыльников отметил, что с такими соратниками наш Магадан и вся область с каждым днем становится лучше.